Вы уже год как живете в США. Можете подвести какие-то итоги этого года? Да какие итоги? Тут все просто. Работать надо было. Вот сейчас вот так вот все. Денег нету. Сидим без денег. Thank you, sir. Не, правильно говорили, что надо было, как приехал, сразу работать. Но на стройку надо было пойти за кэш куда-то или еще что-то. Так что-то, да, сдурили мы маленько. Но мы работать-то не привыкли. Вот. Что у нас там? Родители кормили. Благо они хоть чиновники. Что тут? Где взятки, где что? Нам перечисляли периодически. А сейчас лавочка-то прикрылась. Все. Теперь они коррупционеры. А так и живем. Может, тогда о планах своих расскажете? Может быть, сейчас работу ищете? Кем? Где? Как вы планируете из этой ситуации выходить? Да какие планы? Планов-то нет никаких. Работать. Да кто меня возьмет-то работать? Я же делать-то ничего не умею. Сейчас даже не знаем, что делать. Уже какой месяц без денег сидим? Деньги-то быстро закончились. Все ставки-то на YouTube были. Думали, хоть там заработаем, а там-то денег, оказывается, нету. Снимали, снимали. А денег нифига. Так и живем. Ведь вам же один подписчик не раз писал, что деньги тратить много ума не надо. Да, согласен, что он. Правильно он сказал, написал тогда. Говорит, что не я уж один такой. Он рассказывал же историю, как там с миллионами кто-то приехал. Все деньги потратил. И сейчас в итоге без денег. Ну как и мы же. Ну, это что, дураки, которые зарабатывать-то не умеют, только тратить умеют. Я уже так же, как и он же, слишком много-то ума не трачу на то, чтобы задуматься над тем, а где он взял-то эти деньги, чтобы потратить. Наверное, вряд ли заработал. Ну, так же, как и мы, что. Родители перечисляли, деньги были, катались по пляжам. Машины выбирали всем. Ладно, хоть вот одну успели. И это тоже вот ее продавать надо. Потому что что-то тупо даже заправить не на что. Так и живем. Так что, ребята, эмиграция — это вещь такая. Надо с мозгами сюда ехать. Или с руками хотя бы. На стройку пойти работать. А если ни того, ни другого, вот, блин, вот ваш дом. Ладно. Пока. Всем привет. Всем привет! USA Day 1 год. Ура! С праздником нас!
Сегодня мы подведем итоги этого года. Год был непростым, но в принципе хорошим. Мы не будем сейчас, наверное, повторять все те мелочи, которые там из разряда купили машину, в школу пошли и так далее. Скорее скажем о том, что прошло, было в последнее время. Вот. Ну что, наверное, ключевые вопросы, которые интересуют, это чем мы занимаемся. Я работаю. Мы открыли здесь компанию. Компания занимается разработкой софта. Ну, основные направления — это разработка сайтов, разработка мобильных приложений, интернет-магазинов и автоматизация бизнеса. IT-автоматизация, в первую очередь, само собой. Вот, соответственно, клиенты у нас не только с Соединенных Штатов, также есть клиенты с Канады. Вот так и работаем. Так что, в принципе, и в то же время поэтому и не хватает времени. Что еще? Работаю дома. Вот, поэтому очень мало ездим, очень мало куда выезжаем. На машине бензин, наверное, долларов на 30-40 максимум, это хватает на месяц. Вот, все поездки, это сводится к тому, что, ну, вот выезжаю я раз в неделю, ну, с Ириной мы ездим иногда в магазин. Хотел сказать, я тоже выезжаю. Не, первое время давно я ездил один, а вот сейчас, в последнее время, мы уже больше как-то с Ириной вдвоем ездим в магазин раз в неделю. Классно было сказано, мы открыли фирму, я работаю. То есть мы открыли фирму, он работает. Ну да, я работаю в этой фирме. Не, на самом деле Ирина-то тоже там участвует, потому что ну, у кого я еще совета буду спрашивать, как сделать лучше? Угу. Да? Это как этот советчик. Да. Как раньше, да, при этом? В царстве, да, были? Да, вот это... Так на ушко так шепну, что делать? Советник. Что не делать? Советник, да. Мой старший главный советник. У меня вообще, я хорошо здесь устроился, у меня есть советник. Дома вот с детьми остался мой личный переводчик. Вот. Потому что, ну да, у Софии, к сожалению, мы пока и не занимаемся ее обучением. Хотя у нас такая цель была, но пока что, ну, не тянем, не до этого совершенно, к сожалению. Но зато она шикарно уже, наверное, разговаривает по английскому языку. Фу, на английском. Вот. Поэтому и, в принципе, смело общается по телефону и так далее. Так что язык у нее все лучше и лучше, скажем, мне. Это наш такой переводчик личный. Так я не разговариваю по-английски, а Артем тоже как бы у него в этом плане. То есть постоянно работа дома, и язык где-то там как бы поддерживает. Тоже нет пока возможности. Но это все наверстаем чуть позже. Вот, пока так. Вот. Всему свое время. Ну вот, получается, куда я езжу? Вот, машиной как пользуемся? Раз в неделю за продуктами. Вот, ну так получилось, что магазины простые, примитивные, это Sam's Club, и догоняемся в Walmart. В Sam's Club берем все крупное, а в Walmart уже там какие-то единичные вещи, которые нужны. Costco, но у нас нет карты Costco, поэтому да, у нас есть Sam's Club, когда-то карта. Потом разбогатеем на Costco, будем туда тоже пробовать ездить. Пока что мы в Sam's Club, да, Walmart, наши магазины. Ну, иногда в паблик заезжаем, но это не основное. Вот. Еще я езжу 2 раза в неделю, занимаюсь английским. То есть по 1.5 часа. Ну, отдельно, я думаю, потом об этом я буду рассказывать. Поэтому языком занимаюсь исправно. Я уже даже не знаю, сколько месяцев я занимаюсь. Но 2 раза в неделю стабильно. Что еще? Так, ну, работы много. Заказов много, слава богу. Даже там, ну, приходится, к сожалению, что-то там затягивать, какие-то проекты такие несрочные. Хотя я привык вроде как все это быстро делать. Есть несколько таких крупных проектов, есть мелкие проекты. Вот. Что у нас еще? Девчонок все хотим отдать в прыску. Уже попробовать надо. Да, бумаги уже кое-какие там оформили. Сейчас ждем. И потом пойдем в преспул. Им уже можно ходить в преспул, потому что в августе они у нас уже должны пойти в первый класс.
Вкратце скажу по переезду. Переезжать мы никуда не переезжаем. Но помимо переезда куда-то в другое место, в другой штат, в другой город, который, ну, от которого мы опять же отказались по финансовым соображениям, потому что, во-первых, я работой загружен, ну, если не 24 часа в сутки, то чуть меньше. И я понимаю прекрасно, если сейчас заниматься каким-то переездом, это просто из работы выпасть на 2 недели. Денег в запасе нет для того, чтобы себе такое позволить. Ну и сам переезд еще будет стоить денег. Так что терять работу на 2 недели, терять деньги на переезд, это глупо. Поэтому никуда не переезжаем. Но мысль одна была, недалеко переехать, мы о ней отдельно расскажем. Такая, так как она такая интересная. Вот. Что еще? У нас холодно. Вот недели, наверное, 2-3. Вот мы в куртках и даже сейчас маленько мерзнем. В машине утром, не утром даже, наверное, в обед я сегодня выезжал. Было 65 градусов по Фаренгейту. Это чуть меньше, ну это 20. 20, да? Но это уже днем было. А ночью мы вчера собаку выгуляли, вообще замерзли. Это, да, это вот около 10 градусов было. Это очень, ну, холодно. Говорят, что там объявление посмотрели, что в Тампе заморозки, так сказать. Так они говорят, это заморозки. Ну как, выходишь, во сколько мы вышли, там в 9 или в 10 вечера, так можно так сделать, и в принципе пар идет спокойно. Так что вот вам Флорида, не такая уж и жаркая. Да. Ну это просто так небольшой период времени, я думаю, недельки через две начнется какое-то потепление. По крайней мере, в прошлом году мы когда приезжали, в это время было уже теплее. Так, ну что еще? Тимофей ходит в школу, все хорошо. Ну, все у него классно там, мы прям даже это, рады. А у него там, скоро скажу, у него про аккаунт, интересный же. А, ну он по математике, он отличник там, ну и не только по математике. И каким образом он постоянно приходит, нам хвастается. А у них, они как-то в телефоне что ли делают, задания выполняют, тесты. И он... называет свой аккаунт «За Русь-матушку» на английском языке. Патриот. Такой патриот, да. И вот сначала он один какой-то тест на втором месте оказался. Там учитель, когда увидел, кто на втором месте, сразу понимает, чей это аккаунт. Вот. А в этот раз он всех уделал и занял первое место. «За Русь-матушку». «За Русь-матушку», да. Я, говорит, назвал «За Русь-матушку» на первом месте. Вот. Что еще? Ну, все хорошо. Даже не знаю пока, на что еще пожаловаться, что сказать. Жаловаться есть на что-то, нет? Ну, жаловаться-то всегда есть на что. Вот, просто не всегда обязательно это делать публично. Со своими проблемами стараемся разбираться самостоятельно. Да. Вот. О хорошем делимся. Пока так. Ну, никто и не говорил, что легко будет, поэтому в любом случае это нелегко. Но нет ничего невозможного. Ну, спасибо, что этот год были с нами. Спасибо огромное. Вот. Нам это очень приятно. Да. Хоть мы в последнее время особо не баловали роликами. Да, редко очень, потому что на самом деле снимать нечего. Да есть что снимать-то, всегда некогда. Ну, некогда, да. То есть, как бы можно снять какой-то быт, еще что-то там, как мы с семьей дома, но вот все как-то вот то одно, то второе, то третье, и поэтому не было возможности такой. Вот. Но я нашел способ и постараюсь как-то регулярно выходить без потери времени. Я езжу, ну, иногда с Ириной. Мы ездим в магазин раз в неделю, 2 раза в неделю я езжу на английский, и я, наверное, начну делать какие-то записи, короткие там ответы на вопросы, которые продолжают писать, хоть ролики мы очень редко выпускаем. Вот, и думаю, что вот таким образом будем маленько оживлять канал, стараемся публиковать чаще, нам это интересно, обстоятельства просто не в нашу пользу, и иногда приходится выбирать. Что, чем заниматься, хобби или работой. И, к сожалению, приходится делать выбор в сторону работы, потому что нужно кормить семью. Да. Для тех, кто там фантазировал давно-давно, хочу сказать, что денег у нас не миллиарды, не миллионы. Да. К
сожалению. И они уже давно закончились. У нас, кстати, всю жизнь так думают, что у нас столько куча денег, я не знаю почему. Наверное, это по моему пузу. Ну, и не только, это, когда смотрят на зрителей, как, да, и в России то же самое было. Всем кажется со стороны, как будто я там, не знаю, у нас столько денег. И, да. Деньги давно закончились уже, живем мы давно уже, зарабатывая здесь. Вот, по внешнему виду Ирина маленько перетекла в меня. На нервной почве она худеет, я на нервной почве толстее. Поэтому вот так тот. Но я обещаю, что начну худеть тоже. Просто надо найти, куда перетечь. Ну все, будем сворачиваться. Кстати, ты кофточку себе купил? Классную. Зимнюю, да. На распродаже. Да. На Черную пятницу. Дешево. Да сколько? За $4. За 4. Новости. $4 кофточка. Ну все. Спасибо, что с нами. Всем пока. Спасибо. Пока. Всего хорошего. Будем стараться выходить чаще. Пока. Пока. У нас появился микрофон. Наша новая квартира. Всем бы таких бомжей, как ты. Да. Это, кстати, это реквизит. А ты переверни. Я, да, вот на машине сюда приехал, и это, вот она, пустое. Ты верни. Надписи. Так что мы на машине сюда приехали, еще на машине уезжать, поэтому не пьем. Расскажи, что вообще не пьем, редко по праздникам. Да, редко по праздникам. Вот лайфхак, как сделать красный нос, да? Что, начнем? Да, давай. Надеюсь, змей не будет здесь дальше. Я тебе привыкну. Гардероб будет рушится. Это, в принципе, все, что у меня есть. Могу дома надеяться. Одежда – это не главное в жизни. Денег нету. Сидим без денег.